Всем доброго здоровья и приятного аппетита, сейчас кушать, с вами Юлия Мишка. Всем привет. Сегодня мы поиграем в игрушку под названием Welcome to Paradise. Вы устали убегать? Да. Прятаться? Да. Постоянно бороться за выживание в мире кишащем зомби? Да. Сил больше нет? Да заголевали уже. Без ресурсов, без дома. И не на кого положиться? Не отчаивайтесь, держитесь. У тебя еще есть шанс. Присоединяйтесь к нам, присоединяйтесь к Paradise. Здесь Paradise, все в безопасности и нет тревог благодаря нашей технологии Zombie Guard. Смотри, как ты обогнала. Да. Это тихая гавань, где зомби находятся под нашим контролем. Здесь зомби не нападают, они защищают тебя. Да-да, вы расслышали правильно. Это невероятно! Благодаря нашей технологии Zombie Guard, зомби становятся настоящими телохранителями, которые еще и служат вам. Тысячи акров земли, где живые люди снова контролируют ситуацию и существуют в гармонии вдали от пандемии благодаря этой революционной технологии. Магазины, круглосуточная охрана, больницы, индустрия, кинотеатры. Там безопасно. Мужчины, женщины и дети могут не бояться бродящих снаружи зомби. Нормально. Вам не нужны деньги, титулы или диплом, чтобы обзавестись собственным телохранителем с технологией Zombie Guard. Всех ждут в Paradise. Вот так вот. Короче, здесь получается угарные зомбаки, которыми можно будет управлять. Это интересно звучит, да? В общем, я надеюсь, что она будет еще какого с рабочим кооперативом, грубо говоря. Ну, а на самом деле это выживач, где мы будем ходить, собирать ресурсы, надеюсь, вдвоем. Вот я, Ража, или Рая, как меня в кантре некоторые называют. Welcome to Paradise, мазафака. Окей, let's go. Костюмчик у меня ничего. Если что, игрушка выйдет завтра, это пока демо-версия. Нажми, Юль, пожалуйста, кнопочку левую. Ну, типа, не старт, а вот другое. Антистарт. Или попробуй старт. Вот, Юль, старт. Так, а где ты? А где я? Я вижу дерево. А, тебе нужно выбрать персонаж. Сейчас, секунду, мы сейчас все сделаем. Или как вот? Юль, ну тут... Блин, вот надо говорила, было... надо сейчас было создать. Да, давай создадим, да, пойдемте. Сейчас, ладно. Какую-нибудь шмоньку создадим. А, надо дайте вот, нам... добавь сюда. Так, ой... Так, создать. Значит, нам нужна... Юля, это ты? А-а-а. Нет. 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 Похоже. О! Давай. Берем. Берем. Так, теперь у нас есть, да? Продолжаем разговор тогда. Только, слушайте, мне нужно выбрать-то вот этого персонажа, так? Правильно? Ну, чтобы я им был. Вот. А уж Юля сейчас будет этой... Невероятно симпатичной женщине. Все. Спасибо. Ну что, теперь нас двое. Управление, если что, я пока сам не знаю. Юль, пошли. Нам нужно аккуратно пересечь яму. Будь добра, не упади. Блин, а как бить-то? Посмотрите. Бить-то как? А, все. А у меня, кстати, ничего нет. Погоди, нету. Я тебя я буду защищать. Телом. Все, тихо. Отбиваться. Спокойствие. А, я слушай, нормально, нормально, оно не падает. А, ну ладно. Короче, здесь есть как мультиплеер, ну, то есть онлайн, так и кооп прямо на одном устройстве. Палка. Слушайте, у меня такой вайб по поводу этого. Отбить, ПВЗ, да. Тебе не кажется? Курок правый. Но это, видишь, это мирный, это мирняк. Ой! Видишь, у них лампочки над головой. Ну ладно, это вот, которые управляются. Убежище хранителя. Как блин, красиво, надо проходить эту игрушку, ребят, не забывайте поддерживать. На это можно смотреть вечно. Даже не нужно забрасывать головешки. Они сами топят генератор. Никаких забот об электричестве. Я мог бы научить их еще и грядки пахать. Блин, реально ПВЗ какой-то прям. Uh-huh. Ну, мне так кажется. Ой, извини, не заметил тебя. Я... Хочешь заселиться к нам? Давай, слушайте, прям, ну, каких так, лайбов. Так, погоди, погоди. Что тут надо делать-то? Никто же не хочет сюда въезжать. Регламент, да. А, понятно. Вот. Ничего уже здесь не работает, нифига. Правило номер один устава Paradise. Для получения разрешения на заселение нужно обладать зомботом. Или... Ну, пусть надеюсь, зомботом правильно. Будет, так звучит. Paradise недопустимо передвижение без защиты зомбота.
Так что, перво-наперво, найди себе зомбота. Иди к Бобу. Мой, вот от него. Так, у нас есть карта. И где у нас этот... Вот. Не умереть, найти Боба. Короче, юморка здесь достаточно. Юль, это шла... Как там? Шламбаунг. Шланг... Шлангбаунг. Так, на Б зажать бежок у нас на Б. Еще надо выговорить шлангбаум. Не забывайте, ребят, лайкос поставьте, если хотите прохождение, а то оставим все на одной серии. Шалфей. Так что все зависит от вашей поддержки. Также не забывайте заходить в телегу с разбегу. Там мы постоянно общаемся и много всякого вот интересного контента выходит. Это явно не мирняк. Будем валить? Давай почекаем, как там. Зажать это довольно... Бам. Слушай, нам же надо бот... А, это нам к нему. В любом случае, нам нужен лут. Я помню, игрушка была, кстати, How to Survive. Аккуратнее. Меня жрут! Сейчас я тебе помогу. Вот, хотя да. Ты и сама справляешься. Полутаться можно, кстати, с ним. Шлем. Иди какой-то. Сюда! Бабища какая-то. Ой! Мне нравится уже лупить их. А, слушай, стой, я что, а могу... Ты лутаешься-то, а я... Сломанный шлем. А, это вот на... Для взлома, это зомбаков. Если что, инвентарь на... Не старт. Другую кнопку. Кнопку меню. Он палка какой-то... бы не сломалась. Мне кажется, мы тогда Боба не дойдем, мы просто будем всех лупить. А что они с первого... А, кстати, да, палка-то вот ломается ли или нет? Ну, по логике бы да. Так, ладно, управлять, если что, с геймпада придется. А, стой, я... На! Да я, если что-то что-нибудь сделаю, отдам, что-то переживаю. Так, ладно, давай, может, это... А пойдем вот нам ведь и не опыта, нифига не дает. Вот еще фонарик... Шалфей, да я... А, листья. Да господи, что ты какая опасная-то. Ой. О, ну что-то да. Лут есть какой-то, погоди. Хорошо, что экран еще не разделяется. Зомби эмоциональной поддержки. Архив Боба. Тут какой-то. Открой меню настройки переносной антенны. Ага, открой. Ага, открыли, допустим. Выдай зомботу седло, а потом прикажи лечить тебя в бою и собирать предметы вне боя. То есть мы можем армию зомбаков создать. Отлично. А, им вон, видишь, собирать можно, бросать, использовать. Сложно. И все, зомбот будет лечить и перевозить тебя, а также собирать предметы. Жизнь не ограничивается сражениями. Ну, это все нормально. Нормально. Сейчас мы запишем кое-что, чтобы я не забыл. Так, ты что за... Миша, сейчас... Так, давай, ну или я открою, погоди. Так это не то самое, Миша. А, я думал, ну все, хорошо, это... Миша сам как зомбот. Да походу. Так, нам здесь не обойти, здесь лес глухой. Рваная одежда. Пошли. Да вон, карта-то у тебя нарисована. Мини. Нам сюда. Блин, мне нравится, слушай, это кооператив. Вообще в марте, кстати, ну сейчас уже конец февраля, дофигище выйдет нормальных таких игрушек. И ферма с роботами, и не с роботами. Так что, ребят, подписывайтесь, много чего будем проходить. Бум, как говорится. Вон, кстати, собиральщики, между прочим. Так, ну с этих чистый лут. Я, правда, единственное, вот, все пропустила. Вот, там смотри, еще подсказка вот это какая-то. Что за хрень? Активировать. А, вон, надо зажать. Погоди, сейчас проверим, что будет. Сейчас разберемся. Ванпост открыт. Ага. Здорово, дядьки. Это что? А, вот это мы к Бобу-то и пришли, да, соответственно. Вот давай потрендим с тобой, Боб. Здорово, недавно тут, да, я Боб, занимаюсь технологией зомботов или зомботов. То есть взлом зомби. Зомби-хакинг. Хочешь себе зомбота? Сейчас я не могу отдать, он мне нужен. Так что придется поймать своего. Возьми поломанный шлем с неисправного зомбота перед моим лагерем. Почини его и надень на голову дикого зомби. Ага. Если тварь перестанет хотеть тебя сожрать, все работает как надо. Если нет, беги. Ясно. Так, а чинить-то как? Собрать шлем для взлома. Ну, у нас же есть этих шлемов. У меня вот а это вот, могу? Смотри. Вот он, действие. Разделить, перейти. У тебя тоже левая... А нажав чего? Ну, не старт. Меню, кнопку. Вот. У тебя есть. Вот один, да. Пойдем, надо как-то... А мне надо его выбрать как-то или что? Да нет, ты пока закрой. Мы сейчас разберемся, как это дело починить. Нам надо собрать шлем. Собрать. Так. Нам куда вообще? Я, кстати, метку-то... А как карту-то... Ага. Перевернутый автобус. Все, понял. Я вот только не знаю, как его реально.
А, смотри, открой, перейди вкладку «Ремесло». А, во. Прикольно. Мы можем одновременно этим заниматься. У нас вот луки, вот оно, стрелы. Да. Ой. Надо еще, у меня не хватает. А где ты его нашла-то? Вот. А, снизу где-то, да? О, я вот могу. Вот это нужно тебе надо. Ой, тьфу, ё-моё. 18, о, 4 ты штучки. Ты так правильно все насобирал, ну ты будешь зомбаками управлять. Так. Я его сделал, да? Я могу и 2 сделать. Ну да. Я могу тебе, наверное, отдать как-нибудь, стоит. А, вот смотри, вот у меня теперь их 2 действия. Я могу разделить. Ну, допустим, разделить. И дальше... Вот, выбросить. На, Юль. Не знаю, тут у тебя должен быть личный зомби. Как же ты без зомбака. Так, а как теперь? Подойди к повальному или вырубленному зомби и нажми Y, чтобы надеть на него шлем для взлома. Пойдем. Как вырубить, может, надо дать слабенько? Дать палкой. Да я хрен его знаю. Блин, надо бы вот как-то... Вот... Вон, мне вот это нравится. На! Блин, он убивается. А как его вырубить-то? Может, какие-то более пухлые. Может, кулачком, а не палкой. Вот, можно схватить. О, вот этот блин. Какой. Не-не-не, вот этого бить. Простите. Нормально, блин, нормально. Мы их это все пожалели, да найдем сейчас. Сейчас, там. Сейчас, погоди. Не парься ты. Собираю. Давай как-то вглубь можно. В лес зайдем, найдем. Видишь, там просто подойди они целой толпой напали. Я боялась, что они меня сожрут. Во-во-во, давай знаешь как? Надо выманить. Выманить, да. Блин, они особо клюют-то так. Думаешь, зомби так разговаривают? Я думаю, да. А, гады! Вот, есть, Юль, молодец! Он твой! Мой зомби! А как ты его повалил? Только дай, чтобы ему... Он тоже бьет! Во-во-во, мой! У меня тёлча будет. Давай, зомби, мне страшно просто... Да нету Friendly Fire, мне кажется. Лупи. Думаешь? Всех оставшихся, конечно. А ты-то себе зомби... Да взял я уже, вон а меня. А у тебя же можно еще создать. Да куда мне столько-то? Давай, мы поговорим с Бобом. Вернемся и все. Ну всё. Боб, у нас 2 зомба. Ну и да. Заботы. Заботы с нами. Слушай, ну это прям ништяк. Смотри, они же такие резвые. О, стой. А какой мой-то? А хрен его знает. Блин, у меня же нет с собой-то. Так, ты пока развлекайся. Да, спасибо. Зашибись. Нет, уж лучше вдвоем тогда заниматься. Да ладно, пошли к Бобу, короче. Хрен с ним. Все, бежим, пацаны. Пипец. Фига себе резвые. Они одинаковые стали. У меня ведь... Вот твой... Вот этот справа, вот этот кабанчик. Вот который рядом со мной, да? У меня, помню, тёлочи была более такая, ну, компактная. Вполне неплохо. Этот зомбот теперь будет повсюду с тобой ходить. Но если захочешь давать ему сложные приказы, тебе придется воспользоваться моей разработкой. У него прямо такое. Будешь мой подопытный свинк. Да, конечно. Возьми эту антенну и прицепи ее к своему ранцу, точнее. С этой штукой ты можешь куда точнее контролировать своего зомбота. Не стесняйся, попробуй. Зомби был довольно глючным, пока мы с приятелем не начали над ним работать. Я знаю, что делаю. Веколь не видать. Эта штуковина, скорее всего... Короче, так, классная поговорить штука. Со смотрителем. Это нам назад, что ли, видать, надо, да? Смотритель-то тут. Да, пошли. Тут же надо со своим зомбиком, чтобы это... Все, бежим. Клиниться. Дожди, а ты можешь еще... О, это кто? С целью на спине. Ну, вали, я не знаю, что он тут. Может, делает. Надо было, типа, своему... Да куда нам приказать? Столько? Да давай пока это. Нет. Зомби-мишень. Я взял. Может быть, можно напялить? Слушай, здесь есть холод, смотрю. У нас тут. Смотри, вон еще. Приказы зомби. Я и говорю, что вот, можно приказать ему. Ну, типа, смотри, атаковать. Я могу атаковать. Это правым стиком. Так, нам бинты еще, вон, говорят, как скрафтить. Так. В ремесле. Это ремесло, ага. Mm. О, я тоже могу теперь. Ну да, ты можешь еще все сделать. Я а не знаю, мне сколько. Не хватает шалфея, ну, вот пульки для шалфей. Пневматики. Я 2 сделал. Да-да-да, тут, видать, много чего еще. Все, я сейчас могу еще... Так, фонарик сделать. Вот можно еще включить у нас. Окей, прикол. Ладно, пойдем потихоньку. О, пошел нафиг, козел. Валите его! Блин, ну ладно. Так, ладно. Так, стой, там что-то было. Сейчас надо взять. Зомби-мишень.
Он, смотри, он тебе травку принес. А, давай. Она уже у тебя в инвентаре, скорее всего. Спасибо. Ну так, вот нам что здесь за... обойти. Надо вот здесь, вверх. Чудесный зомби. Ого. А, ну мы почти в городе. Вот здесь о, смотри, 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 несет. Смотри, смотри, несут, несут. Давайте, пацаны. Опа, Шалфей, ты теперь можешь себе тоже потом накрафтить. О, ребята, давайте-ка сын соберем, раз это нужно. Так. Ну, у меня жизнь-то особо, ну, ну вот смотри, я вот бинты-то вот собрал. Куда они у меня вот делись-то? Я... Ну, три штуки я могу собрать. Три бинта. Я только не посмотрю, как хилиться. А, вон, ЛТ. ЛТ, ага. Все. Ну, у тебя 10 хп не хватает. Музычка какая-то. Да, долбежка, что-то случилось. Сейчас, видимо... О, май гад! Здесь нападение. Помогаем. Так, забрали зомби. Сейчас разберемся. Так, стоп. Говорит, безопасно. Ну, можно добивать, кстати. А я что, не могу никого из них превратить? Или да я могу пока было, только можно, одного? Можно было. Наверное, может, одного. Эх, ни хрена их тут. Мясо. Ничего не понятно. Хреначим все. Видал, как я добивал эти здесь. Да, здесь можно добить-то. Хресь только, хресь. На те. Сейчас и этого тоже. На, добиваем. Все, безжалостно, жизнь. О, все собираем. Он... А что это такое? Так, растопимый генератор. Я еще мои даже каким-то зомби... образом подхилилась. В отрубе, а решетка закрылась. Так, надо дерево набрать. Давайте, пацаны, работаем, не покладая. И теперь вот сюда это своих или куда? Рук. Заправить. Нажми на переключатель, закрой решетку. Нельзя допускать сюда больше диких зомбарей. Так, переключатель у нас. Вот, здесь. Смотри. Все. Закрыли. О, май гад, тут какие-то покрупнее есть. Несется. Простите, чуваки, сегодня мы вернуться. Закрыты. Холодно, кстати, стало. Последняя тварь. Вот уж теперь точно не стану забывать закрывать решетку. К счастью, яма остается преградой для большинства диких зомби. А у тебя появился зомбот. Великолепно. Вот планы постройки твоего лагеря. Тебе нужно пойти на ту сторону реки, в дикий лес. Но осторожнее, там никого не осталось. А зомботами никто не управляет. Ого. Короче, тут все поломалось. Тебе бы не помешало оружие. Не смотри на меня так. Я не могу одновременно припираться и смотреть за воротами. Иди, обратись к стрелку-циркачу. Он живет тут неподалеку. Мне нравится, когда в живовачах есть еще сюжет. Причем есть... такой, ну, класс. Классный, с юмарком вообще. Ну, как бы вообще париться не надо, чем заниматься. А вас за ручку проведут. Кстати, есть перекат, если что, на Б. Да? Два раза Б, бабах, и ты перекат можешь. Нет, один раз. А, ну да, если зажать, это бег. Так, нам надо тогда вот в это, найти Педро нужно. Ну, я так понял, одного только за амбойда мы можем, да, пока держать? Пока да, мне кажется. Ну, вот ладно. Я и говорю, что я пыталась на кого-нибудь напялить этот шлем, но не было такой возможности. Ой, да. Здесь что-то есть. Блин, вон это зомбаки. Угу. Сейчас вот так. Дерево. Мне нравится, грибы. Что они грибы, да, да, ресурсы собирают, прям такие в ручки вам несут. Здесь ай, тупик, какие? Кстати. Да, послушные малыши, ребята. Малыши прям. О, армия зомби. Так. Как меняется отношение, да? Только 5 минут назад. О, гуси, лебеди. Гусей ты что ты тут гоняешь? А вдруг? Еда? Блин. Да не, они, видишь, ну, просто ладно. Гоняют. Живите тогда. Жрать-то, кстати, что реально тут? На! Не, напялить ничего нельзя. Хотя о! Я... Все, валим. Вау! Зачем что? Только эта мишень, я так не понимаю. Не знаю, пока не понимаю. Может быть, как-то можно на своих... Вот где вот у нас тут что? Навыки, боже мой. Ой, здесь, конечно, задание. Надо будет еще разобраться потом. Ага, пища. Угу. Ну ладно, давайте лучше это. Не будем заходить вперед. Это вот наша загадка дыры. Блин. Это что за метка так? А, это просто школьный автобус. Натя. Нам надо, походу, будет сейчас обойти. Зомби-седло? Это что? Что, на нем ездить? А потом можно будет, походу, прикиньте. Трэш какой-то. Вот так. Это угар. Это вообще как-то неожиданно. Так, я извиняюсь, карту посмотрю. Нам нужно было вот в сюда. Нижнюю часть. Нет? Ну вот, а, вниз. Вот, да, нам да, здесь да, надо. Окей.
Так, ускоряемся. Так, откройте меню взлома. О, стой, погоди. Выдайте своим зомботам собранное с врагов оружие. Ничего себе. Так, вот, например, вон, да, палку, палку. Например, дать. И можно вот, например, седло дать. Да. Верни время рыцарей и кавалерии. Ну-ка. Что за что? Что, отпустить это не надо. Нет, это не надо. О, Юль! Вы просто посмотрите на это. Шевелись, плотва. Зомботва. Шевелись, зомботва. А, он сам? Тоже... А, я должна их гасить. Ну, сражаться... А, снесли тут же, если честно. Нет, да, не совсем удобно, прямо скажем. Да ё, что-то вообще неудобно. Да это не. Вот... А это как вот... слезть-то? Сейчас узнаем. На Б, зажав, ну, во всяком случае, точно. Ну, хорошо бежать, типа, слушай, на нём. А погоди, а чё можно? То есть, это вот вызывает огонь на себя. Ага. То есть, да ладно, пусть тепло останется. Я, ну, то есть, смотри, ты, типа, до точки быстро добежал. Ну да, слушай, я тоже поеду. И потом блин! Слез. Ладно, давай. О, вот он, соответственно, этот чепух. Фига, это ориентировалось. Как ты смог до сюда добраться? Оружие ищешь очень своевременно. Мои зомботы начали бросаться на все подряд, включая меня. Мне нужен кто-то, кто научит их хорошим манерам. Я позволю тебе забрать их оружие, если ты их прикончишь. Окей. Ладно, нам вот сюда. Что? Оу! Блин, они могут нормально так... Да блин! Так. Караваны Педро. Блин, мне эта надпись прям всю загородила. Иди сюда! Так. Так, все, мы тут валим зом... О, зомбака. Взяла пушку. А, обычный пистолетус. Так, а так. Как вот, допустим, заменить-то себе? Игрик. А, сменить. Вот он, да. Ну, тут надо патроны. Ладно, я пока похожу так. Хилк там, нужна ну, вот обучение, какая-то штука. Наверное. Ну, сейчас посмотрим, что здесь. Меткий зомбот. Можно, может, оружие ему дать? Можно и ему, да. Открой меню настройки переносной антенны. Так. Выдай зомботу зомби-мишень и пневмо-пистолет. А потом прикажи использовать свое оружие в бою. Ага. Так. А если я не хочу его так мишенью и... делать? Да можно не дать. И все, пока враги будут пытаться попасть в яблочко, твой зомбот расстреляет ты. Хм, а почему не они его? Вот-вот, блин. Окей. Дуба просто. Блин, а если тут зимняя локация будет, это вообще кайф. Хорошая игра, мне нравится. Так. А что такое? А, смотри, можно... Смотри, какая зимняя шапочка. А как управлять-то? А, вот. Ой, смотри, ему можно шмотки сменить. Да. Мой зомбот... А как ты сменил? Да вот снизу циферки вот эти. Вот эти? Да. Не-не-не, ты сейчас его самоуничтожишь. Вот эти, да. И просто их сжать? Да. Вау, у меня может быть... Ого, я видела его голеньким. Ну, я возьму фиолетовый. У меня ну, или какой-то, я не знаю. Можно а что нужно было заставить его вот использовать предмет в руке, атаковать, если является оружие? Ага. Убежать от угрозы. Там что-то к нам прилетело, так, кстати, между а прочим. А где, Миш, где... Так, самоуничтожиться, активировать. Где это? Оружие? А, да, да у него уже в руках. Вон оно, использовать это была кнопка. У тебя уже все настроено. А, все, ну тогда окей, че. Так, а что нам нужно? Антенну уничтожить. Блин, классно, еще можно реально. У каждого своего цвета. Теперь все понятно. Так, а я ее активирую, а уничтожу. А можно, кстати, своему зомби приказать, чтобы он еще активировал. Сейчас. Какую антенну-то вот я не пойму. Уничтожить. Стой, погоди. Уничтожить антенну, значит. Ну что это у нас? Где эта антенна, которую нужно уничтожить? Так. А взаимодействовать это что? Вижу. Есть, карта. Да? Можно убрать? Вот она, наверное. Вот это надо разбомбить. Ломай, помогай. А, только сейчас. Не стволом. Так. Они вон из нее, из этой трубы вылетают. А, блин. Все.
Сёся, оружие, инструменты, зомбот. Откройте меню взлома и выдайте своим найденное оружие. Используйте оружие из своего инвентаря. Ну это понятно, мы поняли. Мы уже это... Режим эксперта. Блин, это такая лютая вещь. Тихо. Это кайф. Так, блин, зомби, давай, гаси. Они какие-то плотные пошли, если честно. Я могу сказать. Так просто и не завалишь их. Все, доваливай. У нас эти... Мне, кстати, ну, не знаю, вот огнестрел или не огнестрел своему. Ну, пусть стреляет, так, наверное. Так, как там подлечиться-то? А, тебе нужно, ну... у тебя левого курка нет. А вот как менять? А, вон, смотри. А, стрелочку вправо, вот. А теперь ЛТ. Ну, курок левый. Да, кстати, надо починить. Согласен. Все, так, сейчас я, может, еще сделаю себе... Вот только единственное, когда первый игрок там или какой-нибудь использует, ишь, ни хрена не видно. Ну, да. Надо так, одновременно, а типа. Дальше нам надо с Педро опять поговорить. Он куда-то недалеко, если что. Я такой дичь еще не видела. Спасибо, Шкет. Мне на них пуль не хватает, иначе бы давно всех перебил. Бью всегда в яблочко, не глядя на катаракту. Так что тебе автограф... А, так что, тебе дать автограф в благодарность? Что? Что значит, никогда обо мне не слышал? Я самый знаменитый, самый прославленный, самый меткий из всех стрелков в цирковой истории, Шкет. Я великий Педро. Поскольку ты мне приглянулся, вот небольшой совет от дяди Педро. Зомби сбиваются в кучу, стоит попытаться дать от них дёру. Лучше сразу гаси всех, как побежишь, пиши пропало. Один тумак, и от тебя рожки до ножки. Откройте взлом с помощью... Да я уже понял. Так, нам нужно что? Починить мост. Я предлагаю пока сохраниться. Так что да, с большим удовольствием ждем ваших лакусов, чтобы проходить эту игрушку. Спасибо нашим спонсорам за поддержку. Всем хорошего настроения. Всем пока. Всем пока. Thank you.